Лесный весенний день, и Скумби везет детишек в школу. На-на-на-на-на, как чудесно ехать. Та-на-на-на-на-на, я везу всех в школу. Та-на... Ой, а что это за непонятная грязь? Как же ее объехать? А, проеду через нее. Ой, кажется, я застряг. Что же мне теперь делать? Как хорошо, что как раз проезжал Брунер. Та-та-та-та-та-та-та-та. О, Скулби, привет! Привет, Брунер! Почему ты стоишь? Мне кажется, я застрял. Давай я тебя подтолкну. Брунер, ничего не получается. Мне кажется, нужно звать спасателей. Хорошо, я сейчас позову. Поли, Поли! Что, Брунер? Скулби вез детей в школу и застрял в грязюке. В болоте? А где же он ее нашел? Прямо на дороге. Сейчас мы поедем его выручать. Но я думаю, мне понадобится помощь Роя. Рой, Рой, Скулби попал в неприятности. Неприятности? Какие неприятности? Он ехал по дороге и попал в грязюку. Да, 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 я вам покажу, где это. Поехали за мной. Вон он где, видите? Там застрял. Сейчас мы ему поможем. Рой, а ну-ка, давай его подтолкнем. Хорошо, Поли. Так. Я буду толкать, а ты тяни. Хорошо. Давай сильнее, давай. Ой. Еще сильнее. Ох. Ой, спасибо вам, ребята. Через мою глупость дети чуть не опоздали в школу. Скуби, больше не езди через болото, езди только по дороге. Хорошо, Рой. Кажется, я поломался. Как поломался? Кажется, болото попало в двигатель, теперь я не могу ехать. Сейчас мы попросим Спуки, чтобы он отвез тебя на автостанцию, где тебя отремонтируют. Хорошо. Брунер, съездишь за Спунки? Хорошо, я сейчас вернусь. Спуки, привет. Привет, Брунер. Спуки, нужна твоя помощь. Скулби попал в болото. Потом я пробовал его вытянуть, но у меня ничего не получилось. Поэтому я поехал за Поли и Роем. Они приехали и вместе вытащили Скулби. А в чем же нужна моя помощь? Понимаешь, Скулби теперь не может сам ездить. Его нужно отвезти в автопарк, чтобы его отремонтировали. О, да, я сейчас помогу. Только захвачу свой прицеп. Ну все, я готов, поехали. Поехали. Привет, ребята, мне сказали, здесь нужна моя помощь. Да, 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 нужно отвезти Скуби в автомастерскую, чтобы там его отремонтировали. Конечно, давайте погрузим тележку. Итак... Я буду сзади тебя подталкивать, а ты управляй, хорошо? Да, да, хорошо, хорошо. Так. Осторожней, осторожней, осторожней. Все, закрывай. Закрыл. Спунки, едь осторожней, чтобы Скуби не выпал. Хорошо, Поли. Thank you.
Сегодня мама овечка по дороге домой увидела новый бассейн. Мамочка, мамочка, смотри, я уже переоделась в купальник. Я очень хочу пойти в бассейн. Можно я пойду к своим друзьям, и мы вместе сходим? Можно? Ну хорошо, Сьюзи. Только смотрите, долго не будьте. И держитесь все вместе, чтобы никто не потерялся. Хорошо, мамочка, я побежала. Пока. Пока, Сьюзи. Сьюзи прибежала к домику Кэнди. Кэнди! Кэнди! Выходи скорее! О, Сьюзи, привет! А почему ты в купальнике? Кэнди, мама по дороге домой увидела новый бассейн. Говорит, там очень интересно. Переодевайся в купальник и пойдем в новый бассейн. Ух ты, новый бассейн? Хорошо, погоди минуточку. Кэнди переоделась в купальник. Ну все, я готова, можем идти. Да, давай еще зайдем к Пеппе и Джорджу. Давай, побежали, пошли. Будем играть. Ой, почему вы в купальниках? Пеппа, мама по дороге увидела новый бассейн. И теперь мы идем туда. Там будет очень весело. Пошли вместе с нами. О, новый бассейн. Здорово. Погодите, сейчас мы переоденемся и пойдем вместе с вами. Пеппа переоделась в купальник. Ну все, можем идти. Хорошо, пошли. Пеппа, Пеппа. Я тоже вместе с вами пойду в бассейн. Я тоже переоделся. Ну хорошо, Джордж, только смотри, не потеряйся. И не потеряйся. Я буду смотреть за вами и буду идти вместе с вами. Ну хорошо, тогда пошли. О, здорово, идем. Ребята пришли в бассейн. Ой, здорово, как же тут весело. Сьюзи, смотри, смотри, сейчас мы будем купаться. Как здесь весело будет. Да, Пеппа, скорее лезь в воду. Я уже очень хочу купаться. Пеппа и Сьюзи залезли на надувной круг. Ух ты, как весело! Сьюзи, смотри, как здорово! Да, Пеппа, это очень классный бассейн. Ой, Сьюзи, а где же Джордж? А где Кэнди? Джордж, видишь, они нас ищут. Давай спрячемся, будто мы где-то потерялись. Давай, Кэнди. Джордж! Кэнди, вы где? Джордж! Кэнди! Не прячьтесь, выходите скорее! Ау! Пеппа, я знаю, нам нужно подняться на вон ту огромную горку. И там все будет видно, и мы их найдем. Ой, здорово, Сьюзи, ты придумала. Пошли, пошли. Сьюзи, смотри, нам, наверное, нужно подниматься вот этой трубой. Да, Пеппа? Скорее, полезли. Полезли. И Пеппа с Сьюзи поднялись на огромную горку. Кэнди, Джордж, вы здесь? Что же вы молчите? Мы испугались, думали, что вы где-то потерялись. И мы решили поиграть с вами в прятки. Да, мы думали, вы нас не найдете. И Джордж, а как же ты тогда вернулся бы домой, если бы мы тебя не нашли? Ой, да, действительно. Как же хорошо, что вы нас нашли. Да, хорошо, что нашли. И хорошо, что мы все на огромной горке. И теперь мы все можем спускаться. Да, давайте, давайте. Я поеду первая. Ой, Джордж, не падай. Ю! Здорово, как весело. Теперь я еду. Джордж, давай теперь ты. Хорошо, теперь Джордж поедет. Поехали! Что Пеппа и Сьюзи нас нашли, и мы не остались здесь на ночь.
ходить, наверное, и страшно. Конечно, Джордж, больше так не делайте. Да, мы что-то не подумали. Больше прятаться не будем. Ведь лучше играть и купаться.